Из положения закрытый гард берем, как взять вот такой уверенный хороший захват андерхук. После этого прикинь на слип захват андерхук, используя хук ноги, бутерфляй хук ноги. Ну и с последующего развития. Закрытый гард. Как правило, люди сидят так, откинувшись, то есть для прохода гард. Что я делаю? Открываю курточку и второй своей рукой. Вот этот захват он может сорвать, но если я лезу большим пальцем за затылочный отворот, то даже одной рукой я могу легко этот контроль держать, потому что здесь двумя руками мой захват сорвать будет очень сложно. То есть одной рукой он его просто так не сорвет, если только не обойдет вот так головой и потом сорвет. Поэтому пока я здесь держу, прижимая его к себе, это сделать сложно. Потому что, чтобы сорвать эту руку, ему нужно две руки, так как я его в этот момент роняю. Соответственно, мы поняли, что мы здесь взялись, большой палец пошел. И вот в тот момент, когда я его тяну к себе и ногами к себе тяну, моя эта рука свободная, стремительно туда идет под мышку, вот туда глубоко. И теперь большой палец к себе в грудь и ладонь в ладонь. Включаясь вот сюда, сжимая его здесь. Очень важен вот этот захват. Делаю первый болевой прием. Если у меня он не получается, он, как правило, начинает возвращаться. И я это движение использую для себя. Включаю сюда, грудь покрепляй, вывешиваю. И сейчас важное движение плечом. Теперь здесь один из моих любимых обратных рычагов. Сохраняя этот захват, я иду вперед. Отсекаю голень его голову. Вторую голень кладу ему на живот и делаю болевой прием обратный рычаг. И отсюда сразу можно опять завершить, если что-то тут не получилось. Важно не терять позицию. Руку на ковер. И рычаг. Он не получается, я возвращаю, беру вверху и вставляю вот это. Он упирается на ту руку, да. Я перехожу сюда. Поэтому я делаю кимура сюда, на эту сторону. Когда он меня возвращает, я беру вверху и пытаюсь вот сюда сюда. Он упирается на ту руку, а это не меня. И уже делаю. Thank you.